В Мангистауском районе прошел круглый стол на тему «Актуальные вопросы исполнительного производства». На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с исполнением судебных решений и постановлений. Специалисты задали ряд вопросов и внесли предложения по поводу привлечения должников к административной ответственности, объявления их в розыск, а также неисполненных исполнительных листов. Исполнительное производство является последним этапом в правосудии. В этой связи необходимо устранить выявленные факты нарушения законности и защитить интересы граждан, отмечают специалисты. Исполнительное производство – это дела, возбуждаемые на основании судебных решений, постановлений, исполнительных листов. Сегодня мы встретились за круглым столом с сотрудниками Мангистауского районного суда, прокуратуры, частными судебными исполнителями и нотариусами. Цель встречи – обсудить актуальные проблемы исполнительного производства. Участники поделились мнениями и предложениями, на основании которых были разработаны рекомендации по решению важных вопросов.